Всем привет! Решил я, в общем, сегодня залететь на Case Battle. Case Battle, как я раньше говорил, CS Battle, короче. В общем, я решил залететь сегодня сюда. И здесь сегодня снова пооткрывать кейсики и посмотреть, каким местом ко мне сегодня повернется фортуна. Вот, и прежде чем начнем открывать, ребят, мне требуется ваша помощь. Помощь зала, помощь моих зрителей. В общем, сегодня мне прилетел вот такой вот комментарий. Ах, я не могу береты забирать, ах, чел вообще не шарит. В общем, я всячески пытался понять, что это такое. Возможно, это Google переводчик как-то там химичит, да, возможно, какая-то транслитерация, автозамена, там, Т9. То есть я всячески пытался понять, что это за комментарий. Поэтому, ребят, под комментариях под этим видосом я жду ваши различные версии, чего, что это такое, или, возможно, в каком состоянии автор этот комментарий писал. Ну, а мы с вами начинаем. То есть 2 сотки на балансе с вот этим промокодом на 15%. Ну да, это не изи, где-то там по 30, по 40% промокоды, по 50 даже. А тут всего 15%. Вот, тем не менее, мне доступен сильверский кейс. Давай его откроем. Медленно, слоумо, насладимся. Как третий раз подряд мне прилетает на баланс 25 рублей. Ох, ох, какой же я счастливый. Что же сегодня мы будем делать? Сегодня ничего нового не будем изобретать. Мы точно так же проверим, какой из амонгов сегодня самый топовый, какой из амонгов мне даст самый топовый дроп. После этого мы проверим, сколько хватит сильверов. Сильверов. Вчера, короче, если вы помните, если вы смотрели вчерашний видос, то это был... это был розовый. Розовый. Ну, сегодня пока что зелень что-то дает. Вот, ребят... Короче, 13 числа у нас будет розыгрыш скинов. Все условия в описании под видосом. В общем, присоединяйтесь, участвуйте и побеждайте. Пока что у нас справедливость. Что, пацаны, происходит? Сегодня тащит красный, да? Ну, розовый, удиви, удиви. Коронный кейсик. Ну, тут балда, да? Ну, как бы не такая уж и балда, да? То есть, ну, тем не менее. Желтый монг. Еще 58 рублей остается на ширпы. На сильвер. Ну, это фигня, да? Это фигня. Отлично. Подожди, у меня же еще даже на один какой-то остается кейс. Подожди, а что если мы... Амонг Ас... Попробуем открыть. То есть мы сейчас на соточку продадим. Да? То есть, ну, это-то я однозначно выведу, потому что вы же помните, да? То есть мне же нужно скинчики разыгрывать. У меня все скины сейчас дороже 200 рублей. Вот. И поэтому мне это нужно однозначно выводить. Поэтому это мы продаем. Сколько у меня становится на балансе? 80 рублей. И вот это мы тоже продаем. Вот, это мы тоже продаем. А вот это вот 75. Ну, скорее всего, 75. Может быть, я тоже заберу, потому что... То есть мне как бы там тоже в комментариях написали. Нахера было выводить пистолет вчера, если я даже депс его не окупил. Ребят, ну, я открываю кейсы, чтобы были скины на розыгрыше. Сейчас у меня дорогие скины остались. Мне нужны скинчики, которые менее 200 рублей стоят. Поэтому мне вчера пришлось вывести скин, чтобы можно было что-то вам разыграть. Давай за соточку откроем Among Us, посмотрим, как он порадует нас. И порадует ли. Похоже, не порадовал, да? А, не порадовал. Что, заебись? Что, прям отлично, да? То есть отлично. В общем, смотри, что? В общем, что? Что можно, какой итог типа подвести там, да? И, а ну, и нужно ли его подводить? А что ты все? Ты что тут, бороду? Ты что мне тут выдаешь? А? Сайт. Слушай, он мне не хочет показывать, что я выбил. Поняли? Он мне не хочет... Во, наконец-то. Смотри, я на 4 сотки сегодня выбил скинов. Короче, я залетел на сайт, закинул 200. Вот, 4 сотки скинов я выбил. 3 скина. Вот они скинчики. Вот, вот и вот. Ну, чё? Чё? Я считаю, залетел... Залетел хорошечно. В общем, ребят, ничего я сегодня с этим делать не буду. Никаких апгрейдов, никаких контрактов. Ничего. Мне нужны скины для розыгрыша. Вот эти 3 скина, это то, что будет разыграно, скорее всего, на следующей неделе. Ребят, в общем, подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, принимайте участие. Вот розыгрыш, вот там вот розыгрыш, условия розыгрыша. Под вот этим вот розыгрышем там, да. Вот. А мы с вами увидимся завтра. Всем пока и всем до новых встреч.